Народ, всем привет! Сегодня у нас обзор на карповое удилище от компании ProLogic, которое называется C2 Element. Это новинка этого года, и мне есть что сказать. Полетели! C2 – это линейка компании ProLogic, которая всегда была неким таким творческим хаосом. Посмотрите, народ, ходит три удилища, и они абсолютно друг от друга отличаются, при всем при том, что выглядят они абсолютно одинаково. Начнем с дальнего удилища от меня, это C2 Element. В росте 3,60, при этом имеет он очень-очень мягкий строй, 3 лб, тест. И вообще это вот трехлбовое удилище, элемент сейчас это основа команды ProLogic. Второе удилище, это C2 элемент, абсолютно точно так же выглядящее, как и это, может быть на картинке издалека, но тем не менее оно уже чуть толще, рост у него 3,90 и это быстрый бланк, как говорят в ProLogic, хитро настроенный бланк для тех, кто любит нечто большее, да? Потому что, как я уже раньше говорил, вот это, да, 3 ЛБ, там, 10 футов, 12 футов, это основа команды ProLogic Европа, да, это действительно сейчас бланк, который легкий там и так далее. Вот это уже бланк для русских таких пацанов, да. Мы его там можем взять в черном, с черной ручкой, вот такой вот он весь, и просто кидать им, там, сколько надо, 140, да, вообще не проблема, 140 кидаем. И 120, и 130 груза на скользящем монтаже, на 0,3 леске, на длинном литкоре, на 20-сантиметровом поводке. Мой лимит 135-140 метров. Я бы все-таки посоветовал работать 120-ми грузами, потому что 130 это на грани экстрима. И очень внимательно подбирайте свист к этому удилищу. Это C2 элемент с пробковой ручкой, в росте 12 футов, 3,5 лб. Он чуть-чуть толще, чем 3-лбовый бланк, чуть-чуть тоньше, чем 13-футовый бланк. И он чуточку-чуточку мягче, чем 13-лбовый бланк. Бланки абсолютно совершенно разные. И они дают нам выбор, да, вы хотите помягче, вы хотите пожестче, вы хотите подлиннее. И вот здесь я респектую ребятам, они реально перекрыли практически все наши потребности.